Привет всем! Это снова я, Полина. Сейчас я хочу показать вам, как всего лишь несколькими косичками можно преобразить, обновить свою обычную, привычную укладку, будь то волны, кудри или прямые волосы. Всем, кому интересно, пожалуйста, продолжайте смотреть. Сегодня днем я завела свои волосы на обычную плойку. Вот как они выглядят вечером. Слегка уже распрямились и не так интересно. Для того, чтобы немножко разнообразить, немножко улучшить вид этой прически, я предпочту заплести несколько косичек, а не забрать волосы в хвост или в пучок. Я начну с того, что выделю 5 волос, которые хочу заплести косу. Так как пробор у меня сегодня прямой от носа к затылку, я, наверное, возьму 5 волос с одной стороны пробора, перекину ее на другую. И ее-то как раз, в принципе, и заплету в косичку, разлив ее на 3 части. Так вот. Я начинаю заплетать ее косичку. Подвожу ее под волосы, закрепляю маленьким крабиком за ухом. Вот так вот. С этой стороны я хочу заплести еще косу, но для этой косы выбираю прядь за ухом. Вот так вот. И заплетаю ее в косичку. Выбираю еще 5 волос длинными тоже под, ну, чтобы не было видно начало косички. Но с этой стороны выбираю 5 волос, чтобы заплести в косу. И вот что у нас получилось. По-моему, получилось очень неплохо, необычно, мне нравится. Надеюсь, и вам понравилось. Я никогда не встречала девушку, которая бы так бы украсила свои волосы, свою укладку. Так что, сделав так, вы вряд ли найдете повторение в своем окружении. Надеюсь, вам понравилось хотя бы кому-нибудь такой этот образ. Всем хорошего настроения, много радости, радостных улыбок, счастливых глаз. Всего вам самого наилучшего. Пока!